для смертника. У меня прозаичнее, я просто люблю, когда меня насилуют. Да. Hey everyone. Tonight you can ask us anything, no secrets. Ого. Ян, ты что делаешь? Ты же хотела раскачать канал. Ты возьмешь меня с собой что-то? Ты чего? Ты возьмешь меня с собой в штаты, ясно? Жечь его надо. В каком смысле жечь? Иначе веренным тебе раю очень ухудшатся показатели по убийствам. Погоди, а мы его закопать просто не можем? Не-а. Просто поверь. Как мы его потащим? Через кладбище он дергаться будет, ты что? Вон сейчас через забор перекинем. Он тяжелый. Кровавый. Весь, да? Да. Не понимаю я вашего врачебного юмора. Ну, давайте знакомиться. Давайте. А тебя как зовут? Ты как хочешь, так и зови. Все, пошли, вот не звать. Не, Алена, не хочу. Ну, пойдем, пожалуйста, сегодня конец света, я хочу оторваться, пойдем. Слушай, если ты хочешь танцевать, иди танцуй, я здесь посижу. Ладно. Но если меня кто склеит, потом не жалуйся. Свадьбы, ни дня рождения. А как же Стас? А я для него самка богомола. Но это же не он сказал. Он много чего наговорил. Опозорил меня перед коллегами. И жениться не хотел, и отравила я его. Но ты его и правда отравила. Все, что было в больничке, останется в больничке. Чувствую себя теперь дорогостоящей проституткой. Да? Да. Я тебя, кстати, тогда в благотворительных целях целовал. Филантроп. Ты молодец. Я погоны не в Интворке купила. Знаешь, что самое страшное? Быть мудаком и не знать об этом. Ну что со мной не так? А я же красивая. И умная. И характер хороший.